Всем привет! Продолжаем знакомиться с описанием картин. Витторио Карпаччо, святой Стефан проповедующий. Написано около 1450 года, холст 148 на 194. Святой Стефан почитается как первый христианский диакон и мученик. Легенда рассказывает, что мощи Стефана были доставлены в Рим и помещены в гробницу святого Лаврентия. Когда гробницу открыли, Лаврентий пододвинулся, чтобы дать место Стефану. В итальянской и французской живописи эпохи Возрождения Стефан часто изображается в виде молодого диакона с атрибутом этого святого, камнем, послужившим орудием его мученичества. На картине он стоит на пьедестале античной статуи, что символизирует победу христианства над язычеством. Фигура с укрытым вуалью лицом позади группы сидящих женщин. Аллюзия на популярную христианскую аллегорию, представляющую иудаизм в виде женщины с повязкой на глазах, слепой и глухой к благой вести Евангелия. Мужчины позади нее – это, наверное, члены совета еврейской общины, обвинившие Стефана в богохульстве. И прямоугольный баптистерий за спиной Стефана говорит о неминуемом торжестве христианства. Вот такое описание нашел картины Витторио Карпаччо, святой Стефан проповедующий. Все, всем пока, всем привет, до свидания.